Мы продолжаем нашу порочную практику организации вот таких вот авторских солянок, концертов. Прежде чем начать вот этот очередной концерт, я от себя лично и, надеюсь, и от вашего имени хочу поблагодарить администрацию кафе «Ришар», которая разрешила нам собраться вот здесь, вот в такой уютной, теплой, душевной обстановке. И не просто выделила место с бесплатным как бы входом, а еще и предоставила аппаратуру частично, как бы вот эти огромные порталы, через которые вы сегодня будете слушать исполнителей, это как бы вот собственность кафе «Ришар», которым я хочу вот перед началом концерта выразить свою благодарность. Итак, сегодня в нашем концерте примут участие несколько авторов-исполнителей собственных песен. Начнем мы с презентации диска, очередного диска, записанного Юлией Сотниковой. Вот она с таким грустным видом стоит. Давайте ее поддержим. Я приглашаю ее к микрофону, пожалуйста. Все, говорить много не буду, теперь она вам будет говорить. Встречайте, Юлия Сотникова. Я рада вас видеть в этом зале. Мне хочется донести эти песни, которые я вам сейчас предоставлю, до ваших сердец. Однажды человек придумал книгу. Кажется, ничего особенного. Какие-то рассказы, повести. Но почему-то в каждой книге есть свое количество страниц. И тем у каждого есть своя книга, то есть есть свое количество страниц. И где разное количество страниц, которые называются года, и такую свою программу я назвала «Страницы судьбы». И тем самым назвала этим названием свой диск. Итак, в душе есть человека самое сокровенное, духовное и слишком далеко запрятанное, которое освобождается, будучи произнесенным. Мы произносим слово «голубь», и перед нами открывается символ чистоты и добра. Я хочу начать свой концерт с песни «Голубь всезакрылый». Голубь,
Окружали вас любимые и дорогие вам люди, с которыми вам не будут страшны ни беды, ни печали. Эту песню, которую я сейчас хочу исполнить, впервые исполнила Майя Кристалинская. Песня она называлась «Люблю тебя». Музыка Бориса Терентьева. Но позже эта песня стала называться «Не страшны нам беды и печали». А в 2012 году я осмелилась сделать свою аранжировку этой песни, и песня стала называться «Голос сердца». Yeah.
На белом пуховом покрывале прекрасного зимнего леса, где высокие липы покрыты инеем и нежной прохладой, словно в зимней сказке. Какая-то у нас на сцене. Я уже не успеваю тут эти сказки. Давайте ее, да, вот так вот. Забейте ее. Искупайте в аплодисментах. Так. Зимняя сказка. Ну, я ее включаю. Нет, включаешь сказку перед сном. Так, секундочку. А вот, видимо, сказка перед сном – это как раз зимняя сказка. Да, давайте попробуем. Давайте попробуем. Без сюрпризов, что это за концерт? Ты правда что? Не хочет. А я знаю, что сейчас будет. Сейчас будет песня о маме. Хорошо. Песни все одинаковые, да, что-то... только разные названия почему-то. Ну, совершенно не туда. Так, сейчас, секундочку. Ладно, вот сейчас какая будет, такую буду петь. Нет, добьемся. Это судьба. Ее надо спеть. Так. Но это точно не та. Сейчас, нет, ты найдем. Под ясным лунным взором стелилась пелена.
небо, чуть виден свет манящий, то газ, то мерцает, то светит иногда. О Боже, укажи мне верную дорогу, где бедам и утратам уже тропинок нет. А если заблужусь, приди мне на подмогу, промолви, прошепчи, дай истинный совет. Эта песня называется «Путь в ночи». Порою путь далек, глухая степь безмолвна, и приятна ночь, как мои мечты. Счастье упадет, так сладко и так больно, обеды сквозь туман, как звезды с высоты. О Боже, укажи мне верную дорогу, где бедам и утратам уже тропинок нет. А если заблужусь, приди мне на подмогу, промолви, прошепчи, дай истинный совет. Промолви, прошепчи, дай истинный совет. Я не знаю, что сказать дальше, потому что не знаю, что он включит сейчас. Ну ладно, давай сказку. Давай сказку перед сном. Субтитры сделал DimaTorzok.
моя погибушка, засыпай, ребенок мой, глазки закрывай, засыпай, ребенок мой, глазки закрывай, засыпай, ребенок мой, глазки закрывай. Крылышка моя подошла. Видимо, эта песня так хотелось, чтобы я ее спела. Со слов, с воспоминаний моего брата, который служил в Аргуне в 2001 году. И я эту песню посвящаю всем, кто служил на горячих точках в Афганистане, в Чечне, кто отдавали долг нашей Родине. Песня называется «Память жива». Где слышен безудержный крик, на стыке всех вер и религий хранит нас сияющий лик. Те, кто для мира воюет, помощь от Господа есть. Пуля прошла и целую от смерти спасающий крест. Подобно туману и туче, которой не видно конца, смертью покрытое поле съедает живые сердца. Мертвые скорбно и томно, горелые дебри стоят. Смешалась военная глина кровью погибших солдат. Цветок, опылавший гвоздики, сжимали дрожа кулаки, и в памяти долго звучали по гробу стуча молотки. Солдат, генералы, вытерев слезы с лица, а взгляды небес все листали, и в близких родные глаза стираются в памяти лица. Но нам не забыть никогда, как через полвека победы бомбят и крушат города. Всех тех погребенных воинов мы вспомним и помолчим, мы вспомним и помолчим. Тем, как совершить свои воспоминания, когда закрыть странички своей книги, мне хочется пожелать
Сколько бы ни было страниц вашей книги, сколько бы ни было лет вашей жизни, идти вперед, преодолевая преграды, и писать свои страницы судьбы. Песня называется «Ночной огонь». Сырости ночной горит огонь спокойно, одинокий. Чуть-чуть печальный, трепетный такой, загадочный, манящий и далекий. Он словно Марс или живой цветок, таинственный и в то же время честный, пылающий во мраке уголек, кусочек чьей-то жизни неизвестный. Есть там сказка или сказки нет, не в этом суть, ты верь и ты. А счастье тоже может быть порой совсем не то, которое ты ждешь. Но ты страдаешь, борешься, живешь, пока оно горит перед тобой. Есть там сказка или сказки нет, не в этом суть, ты верь и ты иди. Он как надежда, этот лучик света, как искры счастья где-то впереди. Он как надежда, этот лучик света, искры счастья где-то впереди. Спасибо вам за внимание, за доброту, дорогие люди. До новых встреч! Юля свое выступление закончила. Аппаратура моя вовремя не сработала, но теперь она и не нужна будет, потому что все следующие исполнители... Все следующие исполнители вынуждены будут на живых инструментах, на гитарах себе самим аккомпанировать. Юля, кстати, Сотникова тоже неплохо играет на гитаре, но вот эти вот аранжировки, которые вы сейчас услышали, сделаны были Ираклием Гвинцадзе, магнитогорским композитором, профессором консерватории магнитогорской. И вот их уровень, и как бы вот тот подход, который был сделан им во время подготовки вот этого диска, ну, привел к тому, что мы решили, что лучше будет, если она будет Юле исполнять не под гитару, а именно вот под эти вот шикарные минусовки. К сожалению, ну вот у меня техника почему-то две из девяти песен, которые Юля должна была исполнить, две песни вот чего-то не захотела сыграть.
Но на диске, который сегодня у Юли здесь есть, и который она может вам даже подписать, да? Сказала, говорит, еще и подпишу. Вот. Значит, диски сегодня, кстати, у тех исполнителей, у которых они есть, сегодня, пожалуйста, можете приобрести. Цена этой пластинки будет 100 рублей. Вот там все эти 9 песен звучат в концертном, вернее, не в концертном, а в студийном исполнении. А сейчас я приглашаю нас...